Всем привет, ребят. Ну что, я решил еще записать интересный видосик. Ребята в комментах понаписывали и писали. Я давно в эту локацию не бегаю. У нас же есть здесь, вот можно сразу посмотреть, какие героев добавили. И реально, я считаю, это круто. Это один из самых огромных плюсов этой обновы, не считая бесплатки, двойной бесплатки за рекламу. Махатма, Асура, Командора, Оккультист, самое главное, Бобушка, Землеройка, Роза. Ну, это однозначно плюс. IGG тут, ну, не знаю, тут огромный плюс, наверное, с многих обнов, то, что добавили сюда эти герои. Конечно, шансы хреновые, вы будете долго выбивать, но все-таки их можно получить, кто-то получит целого героя, кто-то получит осколками соберет, где-то дособирает, но однозначно это плюс. Поехали дальше. Дальше, КБшка. Нашел я. Или я? Кстати, давайте глянем, может тут какие-то плюхи помню. КБшки появился, ребятушки. Новый босс, новый монстр, не знаю, вот так вот он выглядит. Я его нашел. Сейчас мы посмотрим, какие с него плюхи падают. Единственное, я хочу сейчас кое-что дособирать. И да, в принципе, поехали, посмотрим. Потом дособираем. Паролем нового питомца. Так, кто там есть? Бугимен, Некрос, Землеройка, Ронин. 22. Нифига себе, 22 хода сразу забирает. Ну, они такие жирненькие. У него ограничение 60 тысяч урона. Так, Ронин там остался еще. Ну, то есть убить его можно. Нифига себе, 1800 плюс 3. Ну, 1800 кристаллов. Это однозначно плюс. Это реально круто. Давайте еще попробуем половить. Мне все же интересно, что там с теми сундуками. Вот, что за сундуки нам показали. Это мне интересно. Чувство, что мне надо уже фармить на этом, на английском сервере начинать фармить КБшку. Так как она у меня там всего лишь первого левела. Ну, демон, я не знаю, сколько я там, 3 попытки потратил. То есть он не довольно-таки часто вылазит, но увеличение, ребят. А, вот смотрите, опять на изи его словили. Правда, надо иметь дофига кожек. Еще одного убьем. Фрея. Нифига себе. Нифига себе. Сказала я себе. Вот так поворот. Я надеюсь, тут не такая Фрея, как в Запределе, что хрен ее убьешь. Плюс ребята там писали за эмблемы. Смотрим. Ну, однозначно КБшку для бездоната есть смысл. Опять же, 3800. Не знаю, нету никаких этих. Давайте сундуки. Попробуем пооткрывать. Потом посмотрим эти новые плюхи. У меня здесь дофига накопилось сапожек разных акций. Плюс 2. Попробуем еще третьего демона выловить.
Надеюсь, мы его словим. Смотрим, что с ним выпадает. Интересно. 174. Не, ну однозначно кристаллы. Улучшились. Это хорошо. Купидон. Больше начали давать кристаллов. Это однозначно плюс, потому что прокачивать очень сложно. Сейчас вообще немедленно дают. Так. Вот еще две каких-то получили, синенькие. Посмотрим, что падает. Я просто в эту локацию давненько заходил, фармил. Но я не вижу, где сундуки падают. Сменку. Железка. Тоже, в принципе, неплохо. Даже и второго левела, я вам скажу. Это однозначно плюс. Плюс... Блин, микрофон далековато поставил. Ну, я надеюсь, в принципе, вы меня нормально слышали. Такс. Решил сегодня сделать в честь обновы уборку на столе. Ну, блин, торгаши вылазят один за один. Исцеление. Ну, однозначно. Может, есть какие-то по торгашам изменения. Не знаю, напишите в комментах, кто бегает. Потому что я не бегаю, я даже не знаю. Я так приблизительно посмотрел. Ну, демоны довольно-таки часто, смотрю, вылазят. С огником уже. Интересно. Ну, в принципе, их сливать можно, имея определенных героев. Но сливать жизни они имеют хорошо. Скажу так, без донатов на такого попасть, реально его сложно будет убить. Но плюхи с него 1800 плюс эссенции, это однозначно плюс. Интересно, что у меня будет на русском сервере, у меня там 30-й левел. Интересно будет на это посмотреть. Вот так вот, пятое. Нифига себе, прикольненько. Я вам скажу, это однозначно плюс. Значит, отсюда классные итемы падают. Так, окей. С этим разобрались. Поехали дальше. Поехали дальше. А дальше, ребятушки, мы с вами будем ловить нового суперпэта. Я завтыкал. У нас на рынке были суперпаки. Я забрал. Ну, я думаю, мы с 10 попыток словим. И тут вот эти вот две акции не открываются. Не знаю почему. Может, вечером откроются. Попробуем сейчас ловить, посмотреть на него в действии, как он смотрится. Так, где ты? Точно теряю. Так, забрали плюшечки. Бык. Чик. Так, это обычный. Блин, но круто смотрится. Это обычный. Я надеюсь, мы мутанта тоже сейчас словим. Так, опять обычный. 8 попыток. Вот есть. Вот это вот мутировавший. Вот так вот он смотрится. Ну, блин, прикольненько. Статки, конечно, у него, как и у всех супер питомцев. Давайте уже добьем и посмотрим его на него в действии, что он может. Книг не хватает. Так, давайте его закинем на фрейку. Вот такая вот фрея. А что делает супер питомец? Сейчас я вам скажу. Где-то мой супер-пупер пет.
Так. Супер питомец наш. Каждую секунду наносит урон любому вражескому герою, окружающему увеличивает урон. Настоящий урон этих героев. Ну, довольно-таки интересный. Поехали, посмотрим на него действия. Что он может делать? Вот так его зона светится. Видите, он активный. Только когда, я насколько понял, герой атакует. А, он накинул все-таки. Сейчас посмотрим. Был кубик на окнике. Нормальная у меня Фрея, да, ребят? Пойдет. Активировался Зефир даже. Так, ладно, идем. Идем в подземке, посмотрим. Здесь будет попроще посмотреть. Я надеюсь, она хоть один раз ударит у нас. То есть получается, насколько я вижу, он активный только когда герой атакует. Ну, есть зона действия, но она не особо активна. А, вот пошло. Вот было видео, кубики такие. Ну такое, ну как обычно, супер питомец. Что от него надо? От него надо офигенные статы. А, вот он по центру, смотрите как. Это смотр у нас ударил. Надо внимательно смотреть. А, вот он бьет. Ну, в принципе, интересно. Что-то там дамажит. В любом случае, питомец интересный. Для PvP локаций сойдет. Но самое главное, что он даст еще плюс одному герою неубиваемость хорошую. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.